Быть хорошей матерью, еще активной и разносторонней. Для кого-то это цель и мечта, для кого-то норма. Ну а для организаторов проекта «Супермамы Челябинска» это повод объединить всех, кто стремится к самосовершенствованию. Каждый день у участниц проекта и без того расписан по минутам. Но в преддверии финала им предстоит посетить 10 мастер-классов по психологии, хореографии, кулинарному мастерству, хендмейд-творчеству. Я сама молодая мамочка, поэтому мне очень была близка эта идея, вот, и решила создать для мам что-то такое интересное и сделать упор на семейность и душевность, чтобы люди, приходящие к нам, уходили счастливыми и довольными. Я работаю, у меня муж, ребенок, дом, все как полагается, но вот какого-то чего-то не хватает, знаете, какого-то свежего воздуха, что ли, а здесь оно вот, пожалуйста. Мы вспоминаем, что такое творить, мы знакомимся, мы общаемся. Мне очень весело. Сегодня прекрасный день. Мама делали капкейки, а мы делали пироженки. А кексик с глазурью и посыпкой. Я этому научилась именно здесь. Конкурс «Супермамы» проходит впервые. И, судя по количеству заявок, такой проект был необходим городу. Следующим днем супермамы встретились в фотостудии. В тематическую фотосессию активно подключились и суперотцы. Сегодня у нас фотосессия, очень долгожданная всеми участницами. Пригласили визажистов, парикмахеров, навели красоту. Девочки все сегодня сияют, глаза у всех горят. И очень хочется, чтобы эта фотосессия потом напоминала об этом проекте. Такая стала хорошим семейным воспоминанием. Давно мечтала поучаствовать в каком-нибудь интересном проекте, но никак не было времени, не хватало. То работа, то беременна, то только что родила. Страшно было идти. Думала, может быть, я не потяну этот проект. Но когда я пришла и увидела всех девчонок, они такие милые, организаторы очень общительные, доброжелательные, я бы сказала, да? Мне очень понравилось. И я довольна, что я сюда пришла. У нас будет 12 номинаций, каждая мамочка получит свою номинацию. Конечно же, главная интрига сохраняется, одна из мам получит главный приз и звание супермамы Челябинска. И вообще все доброжелательные, у нас нет никакой борьбы, там, страшной, что вот, о, я буду там супермамой или нет, такого у нас нет. У нас все как бы участвуют, все на позитиве, то есть, ну... Никто не рвется сорвать главный приз, там еще что-то. Все просто получают от этого удовольствие, вот и все. А кто станет супермамой, ну, это уже не важно. Для своей семьи мы все останемся супермамами. Финал проекта состоится 22 апреля в клубе «Армада». В программе конкурса награждение и вечеринка. А главное, что наконец-то супермамы будут отмечены вниманием и заслуженным признанием.